Четыре этапа проекта «Спортфактор» позади. Они прошли сложнейшие испытания. Осталось лишь две команды – «Мара» и «Шторм». В эстафетной гонке команда Александра Богдановича участвовала во втором полуфинальном забеге. Самый важный этап – старт. Капитан взял на себя. Замыкающей стала Ольга Чемоданова, получившая при подготовке к соревнованию травму ноги, что и сказалось на результате. В гонке 4 по 100 метров «Мара» заняла пятое место, оставшись в проекте. Во втором этапе «Спортфактора» в дисциплине «Стендовая стрельба» право команды продолжать участие в шоу оставил Александр Богданович. Благодаря меткости и психологической подготовке капитан «Мары» смог заработать 20 баллов и принес команде серебро. В мужском заезде на велотреке Богданович подарил команде колоссальное для этого вида спорта преимущество – 5 секунд отрыва от соперника. Анастасии Лавренчук во втором женском заезде досталась более простая задача – разделить соперникам первое и второе место. И снова серебро. Вырваться в лидере «Маре» удалось лишь в соревнованиях на байдарках. Именно в этом виде спорта общественные деятели оказались на гребне волны. И олимпийское прошлое их капитана здесь ни при чем. В гонке на воде принимали участие два экипажа по два человека. Уже в это воскресенье общественные деятели и телезрители схлестнутся в серьезной борьбе за титул победителя проекта «Спорт-фактор». Не пропустите на ОНТ.